Хамасия. Кремовая, махровая. Растет 70 сантиметров высоты. Раскрывается, как и голубая, которая вот уже отцвела пораньше. Вот и веточки еще не срезанные стоят, видите, соцветиями уже засухшими готовятся семена. Это молодая посадка тоже, но там были одиночные цветочки синего цвета, а здесь махровые. Такие очень красивые, нежные, высокие. Не капризные, зимуют прекрасно. Луковичные растения. Делится очень редко. Луковички могут здесь на одном месте быть очень долго. Но если вам надо размножить, их надо осенью, в сентябре где-то выкопать, когда... Или лучше в октябре, в ноябре. Чем позже, тем лучше. Выкапывается и тут же сразу высаживается в лунки. Не оставляется ни на зиму, ни отдельно на сохранение, ничего. Только выкопали и тут же их разделили. Вот еще у меня пестролистная маленькая есть, но это уже идет иксия. Вот видите, какая. Вот такая камасия. Это уже второй сорт.